Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы будем крутить рулеточку на проекте Amazing Roleplay. Так, чуваки, я вам напоминаю, что я играю на первом сервере Мони Кирилл Путбуль. Вводите его при регистрации. И также вводите мой промокод Кирилл Гейм. Пишите вместе капсом. В принципе, при достижении 5 уровня вы получите 50 тысяч, при достижении 10 уровня вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получаете 150 тысяч, поэтому обязательно используйте мой промокод. Итак, сегодня будем крутить на 1000 кредитов. В принципе, посмотрим, возможно, нам что-то годное сегодня выпадет. Я кручу утром, если что, в 9 утра, кому интересно. Поэтому, да, надеюсь, что нам сегодня что-то годное все-таки выпадет. Я думаю, не будем тянуть резину, так сказать. И давайте начнем крутить уже. Минуточку внимания, хочу построить бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг либо ударстак. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Я, наверное, буду ускорять моментами, когда будет выпадать полное дерьмо, чтобы видосик не затягивался надолго. Пишите в комментариях, как лучше делать. Обрезать, ну, точнее, ускорять рулетку, либо показывать полностью, как я ее кручу. Потому что не знаю, как лучше, в принципе, поэтому пишите вы в комментариях. Так, и нам выпадает блат номера. Это уже неплохо, мы уже почти окупились, грубо говоря. Давайте еще крутим, в принципе. Надеюсь, там реально нормальные номера выпадут. Ой, нормальные номера. Нормальные призы выпадут. Я просто только проснулся, пацаны, поэтому могу немножко тупить. Так, все, дают нам лицензии, и мы крутим дальше. Надеюсь, что там хоть какая-то тачка дорогая выпадет, потому что бабочки нужны. Также напоминаю, пацаны, что я провожу конкурс на 5 миллионов на первом сервере, поэтому участвуйте, ссылочка будет в описании. Обязательно участвуйте. Так, нам выпал уровень, в принципе. Блин, лучше бы гелик выпал, пацаны. Вот реально, мне всего лишь один раз гелик выпадал. Я хотел еще вчера с телефона покрутить, но подумал, что, ну, это такое себе будет. О, два уровня, пацаны, блин, это, кстати, нормально. Вот серьезно, вот я рад, что, типа, плюс 2 уровня будет, это нормально. У меня будет 50 уровень, довольно-таки прикольно. Так, нам выпадают деньги, отлично. Сегодня чисто так крутим на TBS, на самом деле. Не будем никаких экспериментов устраивать, потому что, ну, я так посмотрел, вам эта тема на самом деле не зашла. Поэтому я что-то не хочу даже снимать больше эксперименты с рулеткой. Конечно, давно мы не крутили рулетку, пацаны, поэтому с вас обязательно лайки. Давайте наберем 100 лайков, и я буду стараться каждую неделю, пацаны, делать видосики с рулеткой. Просто я не знаю, сейчас рулетка интересна вам или нет, поэтому пишите в комментариях, в принципе. Я буду читать, я все читаю комментарии, если что, и отвечаю на них. Так, и нам выпадает скин-оружие, да. Я не буду стримиться перегружать, просто крутим вот так вот. Обычно посмотрим. Мне уже, в принципе, призы нравятся, блат номера и два уровня тоже, я думаю, довольно-таки неплохо. И сейчас нам выпадает випка, да. Насколько випка у нас выпадает? На 9 дней. Нормально. Нормально, потому что у меня випки там 100 с чем-то дней, и еще будет немножко, поэтому, в принципе, я позитивно отношусь к этому. Так, ну было бы, конечно, неплохо тачку убить. У нас уже остается 460 кредитов, и мои выигрыши — это вот такое вот дело. Так, это мы продадим. Ну, короче, мы все продадим, кроме денег, уровня и блат номеров. А, ну и VIP. Да, ну нам где-то там хватит еще на пару прокруток. Так, игра, рулетка, все. Возвращаемся обратно и крутим дальше. Все-таки надеюсь, что какая-то тачка выпадет, либо еще какой-то комплект блат номеров. Так, и нам выпадает скин оружие. Ну ладно, окей. Крутим дальше. Нахер я это нажал. Все. Крутится, вертится, блин. Реально такой сонный, пацаны, капец просто, реально. Но все-таки решил утром записать видосик для вас. Но я не знаю, либо он сегодня выйдет, сегодня у нас 17-е, либо он завтра выйдет 18-го. Потому что и так много видосов выложил по мазингу на этих выходных, получается. Ну и на этой неделе уже. На начало этой недели я выложил очень много серий, поэтому, пацаны, да. Надо еще другие проекты снимать, думаю, вы это понимаете. Но все равно для меня остается основным проектом — это мазинг, по сути. Так, выпадает нам комплект лицензий снова. Так, крутим дальше. И надеемся на нормальные призы. Так, блин, выпал бы монстр, было бы вообще заебись. На самом-то деле, ну ладно, выпадают нам деньги. Выпадают нам деньги. Окей, отлично. Так, крутится, вертится. Угу. Блин, лучше бы машина, кстати, выпала. Она стоит 400 тысяч, по-моему. Ну ладно, комплект лицензии, они тоже дорогие, поэтому мы потом еще продадим и покрутим. Я бы не против бы еще один комплект блат номеров выбить, чтобы купить рулет. В принципе, да. Так, нам выпадают деньги. Все, крутим дальше. Чисто на впастом крутим, чтобы, так сказать, не затягивать
растягивать это все дело. Так, и нам выпадают деньги обратно. То же место, да? 55 тысяч. Что-то до хера денег выпадает. Ну ладно, у нас есть что продать. Блин, лучше бы икса выпало. На самом-то деле выпадает скин в Узиму, который мне нафиг не нужен, потому что у меня есть. Ладно, все. Давайте продадим весь хлам. Вот это продадим, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Так, и вот это, так. И вот это. Так, это я оставляю, это я оставляю. Так, випка оставляем. Деньги продать нельзя. И все, выводим. Так, все, у нас еще будет сколько попыток получается. Еще, ну, может быть, даже 4 попытки будет. Ладно, крутим, в принципе, неважно. Я думаю, что-то нам да, должно выпасть, в принципе, да. Поэтому надеемся на лучшее. И нам выпадает, блин, какая-то дичь. Ладно, крутим еще. Так, еще будет у нас 2 попытки. Не 2 попытки, блин. Ладно, сейчас что-то придумаем еще. И нам выпадает, в принципе, випка, да? На 14 дней. Кстати, довольно-таки неплохо. Ладно, давайте крутим дальше. Випку мы продать не можем, вроде бы как, если я не ошибаюсь. Так, и нам выпадают скины оружия. Это у нас, получается, автоматы. Рецепт автоматов, да. У меня, кстати, по-моему, нету рецептов автомата, поэтому я бы их, на самом деле, оставил. Хотя у меня, блядь, нету скиллов. Бля, надо было хотя бы 200 кредитов оставить на скиллы, сука. Ладно. Так, это мы продадим. В принципе, давайте я это продам и посмотрим. Я могу еще раз покрутить? Да, я могу еще раз покрутить. Давайте крутанем. Если сейчас мне выпадет что-то, что я не смогу продать, я лучше оставлю себе скиллы автомата. Ну да, нам выпадают деньги, в принципе, все. Мы никак уже не покрутим рулетку, поэтому я скиллы рецепты на автомат лучше себе как бы оставлю, да. Ну что ж, вот что мы выбили. Мне радует, что мы выбили сразу блат номера. До уровня мы выбили, это тоже мне радует. А випки у нас получается 20 с чем-то дней, 23, по-моему, дня. Випки еще выбили. А бабок тысяч, наверное, 300. Ну, я думаю, нормально, пацаны. Все. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.